Мэр Устилимска подал в отставку. Заявление градоначальника будет рассмотрено депутатами города 21 января. Шанс того, что Дума примет отставку, практически стопроцентный. Ведь именно парламентарии поставили вопрос о лишении Вакиля Тулубаева кресла мэра. Что само по себе для нашего региона уникальный случай. Причиной послужили отчеты градоначальника за 2016-2017 годы. Работа мэра в это время была признана депутатами неудовлетворительной. По закону за два неуда Дума может поставить вопрос об отставке главы города, что и было сделано в декабре прошлого года. Сразу после этого Вакиль Тулубаев обратился в суд, но Фемида встала на сторону депутатов. Вердикт решения Думы о неудовлетворительной оценке отчета главы администрации является законным. И вот накануне мэр Устилимска сам заявил о своей отставке, причем в числе озвученных причин нет и намека на его разногласия с парламентариями. Сложение полномочий Тулубаев объяснил тем, что достиг всех запланированных результатов. Стоит отметить, что случаи, когда конфликт между депутатами и мэром привели бы к отставке последнего, для Иркутской области редкость. Тем не менее, есть информация, что недовольство работой своего градоначальника уже высказали парламентарии Шелихова. Так что станет ли пример Устилимска заразителен, покажет время.